Утро раннее для речушки. Рокового. Сегодня лягушек поменьше. Лягушек сегодня поменьше квакают. Вот то 4 дня назад они хорошо отпели на музыку. Все. Подруги успокоились. Лягушки теперь молчат. Там кто-то раколовки ловит. Раков выставил. Сейчас подышим свежим воздухом, немножко порыбачим, да и домой. Давай пробуй забрасывать. Бульк. Сейчас обязательно что-то поймается. Здесь я увидел змею. Вон она, уж. В камыши пополз. А может даже это не уж. Что-то на голове я не вижу ее. Темных пятнышек. Ой, светленьких. Может и гадюка вообще. Здесь тут место, пиявки любят. Войдешь сюда на 5 минут, вот в это место, постоишь с голыми ногами, выйдешь, а на тебе пиявок будет просто море. Вон там гадюка полезла. Видно ее, да? Ну, пошла лягушек покушать. А тут у людей электропастух стоит. Так вот огородили, чтобы коровы не лезли туда. Такой вот провод. Внутри металлический. Красота. Сапоги синие. Ну, если что-то будет. Он может где-то в камышах и стоит. Ну, протолин здесь тоже много, здесь не в любую мишень. Вот, что тут тоже место красивое. Идеальный круг. Сколько мальков. Есть? Ага. Почти как на донку, на удочку. Совсем маленький. Ага. Сколько маленьких плавает. Будущих рыбок. Водоем стали меньше травить. И появляется жизнь. Все больше и больше.
черепах побольше стало. Мелочь выпускай. Выпустил. Не закрыла, мотнись. Сейчас расправим кастинговую сеть. Попробуем еще раз зашвырнуть. Просто так, ради удовольствия. А вдруг повезет и хорошенький будет килограммчик. Полтора. Ну, здесь так-то сколько? Где-то полметра, да, будет глубины или больше? Круг. Удочку поймали. Ну, тычку поймали. Рыбы никого, да? Тараньку отпускай. Сейчас распрямим. И все-таки с кругом пока лучше, пока вот не наблатыкаемся. Нормально кидать. Чтоб прям качественно. Снаружи, что ли? Точно зацепилась просто в ячейку. Отпустить. Отпускай. Видимо, вы сегодня добрый. Откуда тут такие бревна такой толщины? Прям. Да вот дерево такое необъятных размеров. Было когда-то завалено. Угу. Так, что у нас тут? Бьется что-то. Такие? Воски, что? Такой же? Ну да, лещик маленький. Лещик. Лещик. Ну вот лещика можно нашему коту. Ну зачем? Красавчику. Пусть растет, да. Тут я сказал. Ты бегаешь, погоди. Ну глянь, они в определенное время начинают квакать. Я думал, у них закончился брачный сезон, оказывается, он и не заканчивался. Шум-даган, шум-даган. Лягушки, черепахи, гадюки, ужи, всем, кому не лень, пиявки. Как мне говорят, люди подумают,
каком-то лягушатнике в болоте. Так и есть, лягушатник, только речка. Два красавца лебедя плывет. Может, здесь будет? А может, и не будет. Пусто. Распутал. Вот этого вообще неплохого поймал. Прям больше ладошечки. Гибридик такой. И один, второй. Кто-то сегодня раков будет кушать. Сейчас раков наловит на своей раколовке. О, что-то кривенько, кривенько, кривенько. Никого не накрыло. Так она восьмеркой пошла. Пойдем туда, где ты вот этого гибрида поймал. Пойдем туда, где ты этого гибрида поймал. Ты думаешь, повторно что-то получится? Конечно. На этом наш приятный отдых на сегодняшнее утро закончился. Выехали, посидели, подышали, послушали лягушек. Поймали двух гибридов, одну красноперку. А больше нам не нужно. Котика сейчас накормим. Полюбовались природой. Удочки сматываем. И выезжаем домой. Дома надо помогать родителям. Что-нибудь сделать интересно. Всем спасибо. Всем до новых встреч.